Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Я бы, конечно, могла сказать в преддверии 1 сентября, начала нового учебного года, но мы с вами взрослые люди, потому что учу я взрослых людей. Я не буду заниматься этим бла-бла-бла-бла-бла. Если вы приобрели вязальную машину, если вы уже поняли, что вы точно не хотите вязать на нее что-нибудь, если вы хотите иметь роскошные вещи, по-настоящему роскошные, не такие, как у всех, самое время присоединиться к обучению именно у нас. Потому что у нас вы найдете то, что не найдете больше нигде. Интересный, креативный подход к обучению. Вы найдете то, чего нет в книгах, в учебниках, чего вы не найдете в бесплатном доступе на канале YouTube. А до 1 сентября осталось, кстати, совсем немного. И нет, я не буду вам ставить тут тикающие часики, которые будут воздействовать на вас как НЛП. Купи, 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 купи. Об этом сожалею. Нет. Мы приглашаем тех, кто вдумчиво подходит к обучению. Кто понимает, зачем он купил машину, зачем готов тратиться на хорошую дорогую пряжу. Потому что, например, у вас нестандартная фигура. И вам надоело все это обилие квадратов, прямоугольников, которыми просто завалены магазины, кстати, брендовые в том числе. В нашей школе вы познакомитесь с моей системой снятия мер, построения выкроек. Уже на первом курсе вы свяжете свои первые, и я вас уверяю, идеальные изделия. Нет, конечно, это не будут носки, шапки, варежки, шарфики. Я думаю, что это вы свяжете и без меня, и вообще без кого-либо, просто самостоятельно перебирая ролики на YouTube. В этом году нас ждет новый курс моделирования. Это обновленный курс моделирования. Я его называю обкатный, потому что такую практику в нашей школе мы применим фактически впервые. Она себя хорошо показала на индивидуальном обучении, и поэтому я решила внедрить эту практику не только в индивидуальное обучение, но и для наших курсов уже онлайн-школ. И вы знаете, я хочу нашим премиальным студентам предложить такой вот роскошный бонус. Даже те наши студенты, кто приобретут полный курс премиум до 1 сентября, заметьте, со скидкой. Скидка действует до 1 сентября. Перестает она действовать в 01 минуту 1 сентября. Эти премиальные студенты попадут на наш обновленный курс моделирования. Те же, кто хотят приобрести отдельно, полностью пакетом он пока не продается. И только на его первый курс сохраняется цена за курс 3600 в месяц. Полный курс мы пока не продаем, потому что цена потом будет выше. Я ее назову спецценой. Во-первых, для наших первопроходцев. Б, для тех моих любимых студентов, кому этот курс подарила. В, для тех, кто уже приобрел первый курс. На все остальные наши пакеты также до 1 сентября действует скидка при покупке только полного пакета. Я бы могла очень долго перечислять, что войдет в курс обучения. Я не стану этого делать. Для тех, кто хочет, вы можете перейти на сайт нашей школы и подробно прочесть, что входит в каждый пакет обучения. Новые изделия будут дополнены только для курса премиум и для, как я уже сказала, обновленного курса моделирования. Впервые теоретический курс моделирования, который у нас несколько лет подряд был исключительно теоретическим, станет совмещением теории с практикой. Я не буду говорить, поверьте, потому что те, кто у нас учились уже, учатся сейчас, они не будут верить, они и так знают, что этот курс действительно будет фееричным. В нем мы применим необычные приемы, которые позволят вам еще лучше понимать тему моделирования, различать конструирование одежды и моделирование одежды, уметь создавать дизайны одежды вначале для себя, а потом и для всех остальных. Вы научитесь работать с пропорциями тела, подбирать образ для человека не только исходя из пропорций, но исходя и из его внутреннего «я»,
Что такое совмещение внутреннего «я» и пропорций? Вы знаете, этой теме можно посвятить часы. Если сказать совсем кратко, это то, в чем человек будет не только хорошо выглядеть, но и прекрасно себя чувствовать. Вы знаете, практически ежедневно я читаю, видела работы ваших учеников, мне все нравится, мне так нравится ваш метод подачи материала, но для меня дорого. У нас слишком низкая цена в школе для того количества материала, которое входит в каждый курс, и для того качества материала. Еще я могу сказать на это, что вязальная машина, которую вы приобрели, пряжа, которую вы приобретаете, тоже не валяются бесплатно. Но если вы ее уже приобрели, то она должна работать. И она должна работать на вас. А если вы хотите на этом зарабатывать, то тем более. Как можно стать врачом, не обучившись в вузе? Как можно стать хорошим врачом, не проходя постоянно курсы повышения квалификации? Я не стану вам врать и говорить, что вязание – это просто. Я не стану вам врать и говорить, что дизайнер – это просто. Нет, дизайнер – это сложно. Для того, чтобы стать дизайнером, для того, чтобы стать дизайнером вязаных вещей, нужно знать и уметь очень много. О, нет, оказывается, мы не рождаемся дизайнерами, да? Нет, представьте себе, нет. Конечно, для этого должна быть врожденная склонность, врожденное чувство вкуса, стиля, цвета. Но даже врожденного этого мало. Это еще нужно развить, обогатить знаниями. Вы знаете, вот элементарно для того, чтобы смоделировать какое-то вязаное изделие, нужно не только понимать, как будет лежать вязаный трикотаж, свойства пряжи, подходит ли эта пряжа для задуманного проекта, будет ли она так лежать, как вы нарисовали, потому что нарисовать можно все, что угодно, какой должна быть плотность, какой выбрать рисунок или вовсе не выбирать рисунок? Все это нужно знать и все это нужно понимать. Нужно хорошо знать варианты сборки вязаного изделия для того, чтобы даже на первом этапе после дизайна построить выкройку. Закладывать ли припуски на швы? Если да, то какие? Каким должно быть оформление краев? И это тоже нужно знать до того, как вы начали строить выкройку. Поэтому, когда говорят «дизайнер – это просто», я откровенно смеюсь. Если вы готовы трудиться, если вы готовы учиться, если вы готовы положить на алтарь вашего будущего, кстати, достаточно скорого успеха в направлении, которое вы выбрали, время, силы и голову, приходите к нам. А скидки, оставшиеся в последнюю неделю перед 1 сентября, я думаю, послужат очень хорошим стимулом для тех, кому дорого, но так хотелось.